Всем привет! В продолжении все просят про Pixel 4a и его эхо-коллинг, так называемый, то есть эхо во время звонка. Собеседник сам себе слышит, разговаривая с абонентом, кто держит в руках и пользуется данным телефоном. Что мы сделали? В первую очередь начали по программному обеспечению, откатились вплоть до Android 10. Это ничего не помогло. Последовательно добавляли каждую версию Android, тестировали, тоже ничего не помогло. Значит, после того, как по программному обеспечению мы все сделали, исключили ошибки программного обеспечения, мы непосредственно полностью разобрали телефон, обнаружили, что телефон ранее вскрывался, здесь менялся, скорее всего, корпус, потому что в корпусной части, здесь вот в нижней части корпуса отсутствует специальная заглушка. Мы заказали с разбора Санкт-Петербурга, человек занимается разбором пикселей. Заказали эту заглушку, непосредственно она приехала, подкинули, собрали, не помогло. Дальше начали изучать информацию, что есть в интернете, потому что на объективных данных, потому что микрофон работает, все хорошо. Но такая особенность, сама корпорация Google стирает все упоминания о неисправности данного момента. Она тянется уже с некоторого поколения пикселей, не обязательно 4a. Было это и во втором, и в третьем пикселе, и вот сейчас это в некоторых моментах дублируется. И тут как бы мы стали перед выбором. Получается, у нас ранее разбиравшийся, ремонтировавшийся Pixel 4a с проблемой эхо-коллинг. Слышит собеседник эхо свое же. Мы пошли на следующий шаг. Это замена микрофона. Заказали микрофон. Микрофон подъехал. Соответственно, перепаяли микрофон. Старый сняли, новый поставили. Кстати, старый тоже был рабочим. Но исключить эту проблему надо было. После этого проблема не ушла. Начали дальше глубже копать, опять же подняли все форумы, которые доступны в интернете, англоязычные, русскоязычные. Выяснилось, что у этой проблемы два характера. Это линейная и акустическая. Линейная – это неисправность внутренних компонентов телефона. Здесь все в порядке. И акустическая проблема – это когда звук резонирует в корпусную часть через динамик и, соответственно, можно сказать, отражается собеседнику в ухо. Поэтому придется выдавать в таком состоянии, то есть ремонт не осуществлен по одной простой причине, что эту проблему никак от нее не избавиться. В будущем при покупке телефонов с рук обязательно проверяйте этот момент, если вы пользуетесь телефоном Pixel, а те, которые уже купили и проблема, скажем так, у вас присутствует, ну что ж, разговаривайте либо по гарнитуре, либо продавайте телефон, покупайте другой, а при проверке, естественно, тестируйте. Вот такой вот результат. В общем, мы сделали все, что могли. Естественно, с клиентом мы никаких денег дополнительно брать не будем, потому что проблему не устранили. Имейте в виду, телефоны все надо проверять, особенно при покупке с рук. Если это видео было полезно, поставь лайк, пиши свой комментарий. Напишите вы, может быть, у вас получилось решить эту проблему. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.